педагог, тренер, куратор и наставник. Синонимы или разные по смыслу определения? Если с тремя первыми все понятно, то с определением наставничества в современное время возникают вопросы. На площадке Казанского федерального университета проходит всероссийский семинар молодых преподавателей и студенческих лидеров «Наставник». Целевая аудитория семинара – это сотрудники управления по социально-воспитательной работе, работники и специалисты, иначе и руководители этих управлений. Это сами кураторы академических групп. Это одна секция, это где наставники. И, соответственно, вторая секция – это руководители и представители органов студенческого управления, то есть студенческих общественных организаций и объединений. Ранее в этом году Казанский федеральный университет участвовал в конкурсе грантов Росмолодежи. Одним из проектов, который получил грантовую поддержку, и является семинар по наставничеству. На форуме собрались участники из 48 вузов страны. География семинара масштабна. Гости приехали как из Татарстана, так и из других городов России. Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Кирова, Ярославля, Севастополя и многих других. Здесь мы сможем именно в рамках вот этих 2-3 дней, которые будут проходить рабочие мероприятия нашего семинара, поговорить и посмотреть в первую очередь опыт вузов в этом направлении, посмотреть лучшие практики. Семинар проходит на протяжении 3 дней. За это время участники посетят Институт международных отношений, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт психологии и образования, юридический факультет и КСК «Уникс». Часть образовательного модуля проходит на территории гостиницы «Биляр», где состоялось торжественное открытие мероприятия. Мы, реализуя государственную молодежную политику в городе Казани, активно взаимодействуем с молодежными общественными объединениями, с различными студенческими самоуправлениями, клубами. Вот совсем скоро у нас планируется конкурс для студенческих советов общежитий городской, да. И таких проектов очень-очень много. Мы делаем День первокурсника, студенческую весну. И, конечно, наша главная целевая аудитория – это студенческая молодежь. В рамках семинара эксперты Казанского федерального университета поделятся своим опытом кураторства и наставничества в современной системе образования. На сегодняшний день молодежная политика действительно в нашей стране, она поставлена очень эффективно, она развивается, ей уделяется большое внимание, а самое главное, создаются как в вузах, в регионах и в стране большое количество возможностей для молодежи в разном направлении. Семинар проходит с 23 по 25 ноября. Итоги будут подведены в КСК «Уникс». Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.